Бэби Бон, Алиса, твой тихий час уже закончился. Вставай, солнышко! Просыпайся, моя дорогая, сейчас пойдем на улицу. Давай сюда свою пустышку. Наденем шапочку, пальто и сапожки. Подожди минутку, сейчас я принесу твою одежду. Мама, мамочка, я не хочу на улицу. Я чувствую себя нехорошо. А что с тобой могло случиться, мое солнышко? До тихого часа ты была очень веселая. Ох, мне кажется, ты что-то придумываешь, Алиса. Мне кажется, ты просто не хочешь идти на прогулку. Нет, я ничего не придумываю. А мне кажется, придумываешь. Ты просто хочешь остаться дома и смотреть мультики. Давай пойдем быстрее на улицу. На свежем воздухе тебе сразу станет лучше. Мама, нет, я не хочу. Ну ладно, ладно, солнышко, я почти что тебе поверила. Подожди минутку, я достану свой медицинский сканер и проверю, что с тобой не так. Вот, сейчас узнаем, что тебя беспокоит. Ложись, Алиса, я буду тебя сканировать. Отлично, сейчас я возьму вот эту сенсорную ручку и подставлю ее к твоему животику. Ну-ка, посмотрим, что скажет мне мой медицинский компьютер. Так, сейчас узнаем, что же с тобой не в порядке. Ой, да у тебя же болит животик. Угу. На него нужно положить грелочку. Вот так. Все, задание выполнено. Вот, моя малышка снова чувствует себя хорошо. Нет, мой животик в порядке. Да? Неужели? Ладно, проверим тебя еще один разок. Ну-ка, что же на этот раз скажет мне мой компьютер? Ой-ой-ой, он говорит, что у тебя заболела ручка. Тебе нужно срочно ввести обезболивающее. Ну-ка, минуточку. Вот так. Все, моя малышка снова стала здорова. Алиса, мы можем идти гулять. Нет, это была не ручка. Ладно, проверим тебя еще один, последний разок. Узнаем, что же тебя беспокоит на самом деле. Ой-ой-ой-ой, да у тебя что-то не в порядке с сердцем. Нужно тебя послушать. Ну вот, мне показалось, что твое сердечко в полном порядке. Задание выполнено. Можем идти гулять. Вставай, Алиса. Мамочка, это был не животик, не ручка и не сердечко. Я поняла, что у меня болит. Мое ушко. Что? Ушко? Ну-ка, дай-ка я его посмотрю. И вправду, оно очень-очень красное. Похоже, там сильное воспаление. Значит, ты не шутила, малышка. Ну что же, тогда нам придется ехать к врачу. Потому что сама я не смогу тебе помочь. У меня нет такого лекарства. Одевайся, мое солнышко. Мы сейчас же едем в нашу поликлинику. Вот так. Не забудем про шарфик. Теплую шапочку и теплые ботиночки. Вот так я сегодня обследовала свою любимую Бэби Бон Алису. Понравилось видео? Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и смотри наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Ну что, малышка, пойдем. Я уже позвонила врачу. Он нас с нетерпением ждет.